Сегодня 26 февраля, вот я пришел. Тут заходишь в храм у нас, вот так в храме. Вот. Тут разное такое. Вот на женщине какой порядок должен быть. Молиться о болящих, тут список делается кто. Ну, а здесь что-то кто-то прилепил, непонятно. Русское. А здесь мудрость, сходящая свыше. Так. Уходим. Ох, на улице как. Я вот когда к нам только заходить, тут тоже надписи две. Ходили, благовествовали слово. Ну, крест. И тут тоже написано. А вот еще, заходя сюда. А тут вот в тамбуре. Не знаю, видно или нет, ну, сильный яркий свет. Просто показать, как у нас здесь. Машины разъехались уже, осталось 4 машины. Какая ель могучая. Я ее не садил, все досталось. Посуду решение. Красивейшее место здесь, 13 соток и 2 здания. Вот молимся здесь. Вот как Бог все делает. Вот всякое-всякое там бывает. Замполиты, милиция, КГБ. Но мне ни разу плохие люди там не встречались. Вот как будто Бог их подбирает. Я потом, когда узнаю, вижу, это лучшие из них. И почему-то Бог их ко мне посылает, помогают. Притом помогают, серьезно помогают. Когда ехать, ну, в своей машине повезут. И... Вот так. Это на улице все у нас. Все, снег.